Привет, друзья! Сейчас сезон кабачков, и я для вас постараюсь приготовить кабачки с овощами. Не забываем подписываться на канал, оценивайте мое видео лайками, если понравилось, и наоборот дизлайками. А также те, кому интересен мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Итак, поехали! Я вымыла все овощи. Кабачки у меня молодые, но я их очистила от кожуры, так как у них был неэстетичный вид. Нарежу кабачки небольшими кубиками. Можно натереть их на крупной терке, но мне нравится больше именно так. Теперь натру морковь на крупной терке. Вы можете ее нарезать небольшими кубиками или соломкой. Лук я буду резать полукольцами. Размельчу несколько зубчиков чеснока. Сладкий перец нарежу кубиками. Мелко нарежу зелень. У меня сегодня укроп. Вы же берите вашу любимую зелень. Томаты я натру на крупной терке. Если вы захотите их просто нарезать дольками, тогда снимите обязательно шкурку, иначе она от высокой температуры станет жесткой. Все овощи подготовила, теперь займусь приготовлением. В сотейник с толстым дном налью немного растительного масла и добавлю небольшой кусочек сливочного. Обжарю сначала лук до полупрозрачности. Затем отправлю к нему морковь. И буду тушить до мягкости моркови. Чтобы морковь быстрее приготовилась, немного присолю. Тогда она пустит сок и быстрее протушится. Теперь отправлю перчик. Чесночок, кабачки, помидоры и столовую ложечку томатной пасты. Посолю по вкусу. Немного протушу овощи где-то минут 5, дам им обменяться ароматами. За это время кабачок пустит сок.
Теперь добавлю специи. У меня сладкая копченая паприка, смесь перцев и хмели-сунели. Все перемешаю и буду тушить под крышкой, пока жидкость немного не выпарится и овощи станут мягкими. Зелень буду добавлять перед подачей на стол. Вы же их можете добавить на этом этапе. Ну вот, наше блюдо готово. Можно подавать к столу. Посмотрите, как аппетитно оно выглядит. И на вкус, поверьте, тоже очень вкусно. Приятного вам аппетита и до новых встреч на моем канале. Пока-пока!